Самое опасное упражнение для молодости лица. Девчонки стали продвинутыми, образованными и очень часто сейчас понимают о том, что в кабинете у косметолога не всегда можно сделать красивый и идеальный, например, овал лица. Но это можно сделать с помощью естественных методов омоложения, с помощью упражнений специально для лица. Сейчас все, кому не лень, показывают упражнения для лица. И однажды ко мне на консультацию пришла девочка, которая делает это упражнение. Какое-то приспособление, которое ты вставляешь между зубов, иногда, кстати, пробка от вина, и начинаешь ее сжимать зубами, для того, чтобы подкачать жевательные мышцы. Запомни, жевательные мышцы практически никогда не бывают слабыми. Если бы они были слабыми, то ты ходила бы с отпавшей челюстью и не могла бы жевать. А вот перенапряжение этих мышц, когда ты слишком сильно ими работаешь, ведет к тому, что мышца сокращается и выталкивает все ткани вниз и вперед, образуя при этом брыли, носогубку и опущенные углы рта. Чтобы подтянуть овал лица, эту мышцу нужно наоборот расслаблять. У 90% женщин она перенапряжена. Хотите избавиться от нежелательных возрастных изменений, но не знаете как? Приходите на мой бесплатный мастер-класс, и вы получите пошаговый план, как вернуть молодость лицу и привести тело в порядок. Ссылка для регистрации в комментариях к видео.